субботу возможность пообщаться с Петром Щедровицким представилась сотрудникам и гостям Казанского университета. Лекция «Третья промышленная революция» носила философский характер. В выступлении Петр Щедровицкий затронул тему истории. До 1800 года базовая модель образования принципиально не менялась. Но именно в этот период происходит магический переход, по его мнению. Университеты становятся исследовательскими центрами. Что же будет дальше, задавались вопросом слушатели лекции. А следующий этап в развитии общества и университета, по мнению эксперта, наступит примерно к 2300 году. Петр Щедровицкий рассмотрел возможность третьей промышленной революции. На первое место вышло обсуждение технологий. Рассказывая о них, лектор подвел слушателей к главной системе, которая изменит мир, создав будущее системе искусственного интеллекта. Поработит ли искусственный разум человечество? Возможно, но также возможно, что нам это может понравиться. Тем более, что промышленность уже не в первый раз меняет нашу жизнь. Завершилось объяснение на позитиве. Человечество не исчезнет. Оно станет другим, но вот каким, зависит от нас с вами. Анна Глазунова, Андрей Багаудинов, Тимур Табаров, Универ Ньюс.